подарки. Их приятно дарить и, конечно, получать. Особенно на Новый год, ведь это время, когда желания сбываются. О чем же мечтают ульяновцы? У многих материальные желания и четкие цели. Некоторые ульяновцы даже во взрослом возрасте мечтают о четвероногом друге. Кто-то мечтает найти свою любовь и построить семью, но большинство сходится во мнении: ничего материального не нужно, ведь главное – здоровье, ощущение счастья и близкие рядом. Духи. Не знаю. Сладкий подарок. Телефон. Ну, допустим, украшение. Кольцо. Изделие из натуральной кожи. Не знаю пока. Поездка куда-нибудь. Выигрыш, наверное, в лотерею. Может, собака. Хочу собаку, но муж категорически против, поэтому пока вот двигаемся к компромиссу. Ну, надеюсь, все-таки не в этом хоть году, так в следующем желание исполнится. Жену. Жену? Да. Любовь. Нет! Деньги в наше время, мне кажется, не главное. Здоровье, чтобы все были здоровы. Все были здоровы, живы и счастливы. Вот такой хочу подарок. Здоровье. Самое главное. Себе и всем остальным. Чтобы у всех здоровье было. Ничего не надо с подарков. Наверное, скорее всего, побольше улыбок. Подарок. Ничего, улыбок побольше. Просто настроение хорошее. Я хотела бы, чтобы все люди были счастливы. Хорошее настроение. На Новый год хочу больше впечатлений, чтобы близкие были рядом и провести с ними хорошо время. Подарок – это не самое главное в Новом году. Главное – это чтобы ты находился с теми людьми, которые тебе нужны, дороги. И, ну, вот это самый главный подарок, я думаю. Шубу соболиную и iPhone 14, самый большой, самый дорогой вообще, крутой. Сколько людей, столько и желаний. Главное, чтобы в Новый год произошло долгожданное чудо, и заветные мечты ульяновцев сбылись. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.